Привет всем, вы на канале Panda Play. Меня зовут Дмитрий, и мы сегодня продолжаем играть в Beast Inside. Глава 7. Как бы это ни звучало, дневник Николаса помог мне взломать советские шифры. Но я недолго радовался. Так уж вышло, что мне пришлось выслеживать шпионы и искать по пути жучки. В итоге я добрался до развалин гостиницы, где наткнулся на следующую часть увлекательных мемуаров Хайда. В прошлой серии у нас, во-первых, она закончилась очень внезапно, потому что там я что-то записывал, когда стрим уже начался. И... Ой, как все фризит-то. Там как-то все странно, спонтанно все получилось. Что за херня творится? Где я? Как, черт возьми? Кто-то вырубил меня? Когда я был на руинах? Да, походу, да. Кто-то тебя вырубил. Открыли мы с тобой сундук, нашли там записку. Зачем меня притащили сюда? Да хуй знает, кто тебя притащил сюда и зачем. Найти дорогу домой. Как мне добраться до дома? Ну... Напомню, что это хоррор, поэтому мне вот сейчас уже немножечко страшновато. Firewatch Чапель. Не знаю, короче, как это переводится. Как? Что написано-то? Firewatch. Firewatch игрушка такая есть. Там нужно на вышке сидеть и что-то там делать. Лесником подрабатывать. Значит, Firewatch это вышка. Нужно найти дорогу домой. Справедливое замечание, конечно, с твоей стороны, но я это и так без тебя знал. Палатки. Радует, что здесь нет здоровья, здесь есть только погони тупорылые и есть... Там лежит карта, это хорошо. И есть здесь какие-то загадки. Больше здесь ничего особо нет. Что это? Похоже, кому-то просто нравится писать всякую чушь. Наверное. Не знаю, когда это произошло. Я проснулся и понял, что ночью мою жену подменили, и кто-то чужой выдает себя за близкого мне человека. Я был напуган, но не подавал вида. Пошел в комнату сына рассказать ему, что какая-то злая женщина притворяется его мамой. Он спал, поэтому мне пришлось разбудить его, нежно дотронувшись до плеча. Раскрыв глаза, мальчик удивился, и меня осенило, это был не мой сын. Не знаю, чей это был ребенок, но явно не мой. Поглощенный страхом, я выбежал в коридор, обхватил колени руками, изо всех сил пытаясь преодолеть головокружение. И когда я вновь выпрямился, передо мной стоял мужчина. «Ты кто такой?» — закричал он. «Что ты делаешь в моем доме?» Я не ответил, это было слишком. С такой наглостью я еще не сталкивался. Но когда я попытался схватить его за горло, моя рука уперлась в зеркало. Чужак тут же распался на миллион осколков. Он кричал моим голосом. Блин, ты-то кого-то явно штырил не по-детски. Че это такое? Рукоять. Уверен, с ее помощью можно что-то открыть. Я тоже уверен, потому что здесь нет бесполезных предметов. Я бы взял, например, вот эту вот трубу еще и вот эту лампадку. Хотя нет, она битая. Хотя не битая, это гвозди лежат. Гвоздей бы набрал, всего бы набрал. Карта. Тот, кто разбил этот лагерь, оставил здесь карту. Это хорошо. Предмет добавлен в инвентарь. Если верить карте, что-то там. Ясно, блять. Если бы я не говорил в это время, возможно, я бы заметил, что там написано. Но дорога здесь одна, поэтому пойдем по дороге. Я вижу мост, который поднят, его нужно опустить. А вот сюда и рукояточку надо засунуть. Ну давай. Молодец. А я его поднять могу даже? Круто. Музыка. Сохранялка. Войти в пещеру. Ну, пойдем зайду в пещеру. Тут жалко, что ли? Тем более, учитывая, что у меня другого пути-то нет. Чё меня здесь ожидает? В первую очередь, нужно мне подумать. Пиздюлянок, наверное, ожидают. Пиздюлянки меня больше ничего здесь не может ожидать. Подожди, в пещеру, блядь. А где пещера-то? Указатели. Садиться я здесь умею? Умею. Опа. Здорово. Вы издеваетесь? Тут целый алфавит. Завершить осмотр. Так, понял. Это явно рано мне сюда приходить. Чего? Сюда мне явно рано было приходить. Скорее всего, мне... D равно S.
Вот только счастье-то, блядь, и что дальше? Jesus fucking Christ. Блядь, твою мать! Их что, серьезно повесили? Кто-то правда убил этих людей и оставил их здесь тела в этом сраном, богом забытом месте? Куда, куда мы с Эммой только переехали? Блядь! Мертвые траектории. Сейчас чихну. Я не чихну. Или чихну, ну хрен его знает. Смерть предателям? Какие-то психи считают этих людей предателями, но почему? Отправились на охоту на коммунистов? Или дело было в чем-то другом? Возможно, это провокация против меня? Бля, не чихнул. Я могу, нос зачесался что-то. Почему зачесался, хрен его знает. Здорово, ребят. Вишенки. А это что, сопротивлялся? Почему у него руки за спиной? А, он просто думал. Скорее всего, гулял, может быть, где-то, и его повесили. Ладно, это не к месту вообще. Нам нужно туда идти. Нужно поторопиться. Эмма там совсем одна. Что за D равно S, вообще непонятно. Но я поторопился. Я иду обратно в пещеру. Я понимаю, куда я иду, где я нахожусь. Ну как, понимаю. Нихера я не понимаю. И снова это проклятое место. Пройти через пещеру. Блять, сейчас опять за мной бегать будут. Прям с жопой чую. О, здорово, блять. Боже, неужели это? Чё, неужели это? Труп. Мертвый человек. Ох, блядь, блядь! Что это было? Что за... Глюки, блядь, ты на тяжелых наркотиках. Предмет добавлен в инвентарь. Наверное, они отравили меня. Ну как? Кофе? Возможно, что-то там может делать в передатчиках. Излучение воздействует на мой мозг. Девочка, а тебе неплохо? Нет, совсем-то? Блядь, живая или не живая? Не ясно вообще. Девку пизданули, прикинь, на ровном месте. А под каким это углом нужно стукануть? Вот смотри, киркой вот этой вот, киркой нужно стукануть так. Это где-то нужно бить вот так вот от плеча, то есть, оп, чтобы попасть именно в челюсть ребенку. Ребенок низкий, то есть в него, в принципе, так просто не попадешь. Это ж не взрослый человек, тем более, чтобы сверху замахнуть. А это именно откуда-то вот прям от груди били. Что за люди? Неясно. То ли здесь гномики обитают, то ли здесь просто маленькие люди. Охуенно. Все бы так хорошо работало, да? А как лампадку-то зажигать? Лампадку как зажигать? Это явно не то. Мне ну... Подожди. Я разучился открывать, брать в руки лампаду. Она у меня вообще есть? Ну серьезно, у меня же нет даже этой лампады с свечками, со всем вот этим вот делом. Почему, блядь, где я нахожусь? Я вообще не вижу ничего. Вот люди наиграются вот в такие игры, где двумя нажатиями клавиши, там, не знаю, двумя ударами кирки по... Как его называют? По камням. Разбиваются просто стены. И потом думают, что это просто. Блять, не на ту кнопку нажал случайно. Я не специально, я просто на автомате пальцем указательно нажал, сука. Загрузить последнее сохранение. Ну не специально, я серьезно. Я же просто тыкнул случайно. Просто прям тик, и все. И вот и упал. Вот этот тык был ценой жизни. Да, что поделаешь. Я
Я не помню, сколько здесь глав, то ли 10, то ли 20, то ли 30. Честно, не помню. Я вроде читал, сколько здесь прохождение должно занимать времени. И сколько нам еще осталось с тобой проходить. Погоди. А, серьезно, да? Это так работает? А вот в той стороне что находится? Ничего. Понятно. А на кой здесь это все дело? Не знаешь? Я тоже не знаю. Ну, пойдем. Блять, ну неужели мост будет вверх подниматься, когда ты бежишь по нему? Не будет он, конечно, подниматься. Это просто какой-то, не знаю, обман. Ползи давай, карабкайся. Ты так успокоился, как будто уже в это. Бля, едва уцелел. Во-во, а ты даже дальше не карабкаешься. На грани просто жизни и смерти, а еле ползешь. Они хороши, черт возьми, ничего не скажешь. Пытаются сломить меня, но все это... но я все эти советские штучки, что-то там заметил их, на вида не подам. Поиграю в эту игру, что-то там он рассказал. Бляха-муха, ну вот дверь же. Не хочет меня игра пропускать. Микрофон включен. Чего сижу, балаболю? Я от каждой записи теперь проверяю микрофон. Мне постоянно паранойя, что я ее не включаю. Так, направо пойдешь, налево пойдешь и направо пойдешь. Бляха-муха, как низко и тесно. Прям не по себе становится, ну по факту же. Показалось, как будто кто-то идет. Но нет. Сохранялочка пошла. Опа! Угу. А зачем я сюда пришел? Опять этот сундук бесполезный разгадывать? У меня же нет пароля. Как я должен что-то здесь разгадать? Ну серьезно же. Так, а... То есть здесь есть еще... Нет, это либо другой путь, либо же что-то. Подожди, я должен сходить вон туда. Страшно-то как, блядь. Хотя, в принципе, ничего страшного нет. За исключением вот этих вот... Блядь, ну конечно, я же даже прыгнул специально, сука. Я знал, что он рухнет. Один хуй он утонул. Не утонул, а упал вниз. Но это, как по мне, несправедливо. Я же прыгнул. И он падает, прям начал, как будто тебя воронкой засасывает. Ну просто по скрипту так положено было, вот он и упал. Я, конечно, люблю соскриптованные хорроры, но все равно как-то, знаешь... Бляха-муха, серьезно, что ли? Но все равно как-то не по себе становится, когда они... Не то чтобы заскриптованные, знаешь, они каждый раз тебя постоянно пугают одними и теми же скриптами. Ты понимаешь, что, блядь, это все к одному ведется, так я до тут не допрыгну, наверное, да, в любом случае? Да, один хуй не допрыгивает, ладно, понимаю. Пытаются меня запугать, это основа любого контроля. Дурачье, думаете, вам получится меня сломить? Туши животного, несколькими трупами, серьезно, вы за кого меня принимаете? Да хуй знает, чё орёшь-то? Дурак, что ли, совсем? О, улица. А, то есть там проход, чтобы тупо я к сундуку мог пробраться. Ясно. Но к сундуку мне смысла нет пробираться, в связи с тем, что я пароль не знаю. Сохраняшка прошла, это хорошо, значит, что-то либо сейчас произойдет, либо же что-то... Либо просто сохраняшка прошла. Блять, прыгнуть можно вот сюда вот? Я дом вижу. Вон он. Но, видать, нельзя, ладно. Ой. Пожалуйста, давай быстрее это все делай. Ты так все это нудно делаешь, тем более, как будто ты вверх поднимаешься. Ты же просто спуститься должен. Блять, какой ты медленный. Сука, а почему я наверху-то стою? А, я такой высокий.
Зато будет что Эмми рассказать. Скажу, мать, я это... Работал шахтером сегодня. Бежать не могу. Скрипт. И чё? Могу бежать. Сохраняшка. Ебучие коммуняки, никуда от них не спрячься, найдут даже на краю света. Но если кому-то я скажу, посчитают психом, этого коммунисты и хотят. Так они и ломают своих врагов. Ой, ёбки, думают, могут сослаться... А, представь, сюда какого-то что-то псевдокопа, нет, уж так просто не дамся. Ментыши приехали, я что-то не пойму, что это за машина такая. Просто не дамся, пистолет у тебя есть? Просто он не дастся. Стрелять буду, мать его. Ну-ка. И чё? Ключ нужен? Ты чё, блядь, дурак, что ли? Какой ключ? Капот не открывается, ничего не открывается. А ключ-то у них где? Эй! Я вижу записку, какой-то ордер или чё это такое? Надо домой идти, чё? Так, товарищ полицейский, вы где? А он меня в кабинете ждет, стоит. Родная, что случилось? Почему на улице стоит... Где тебя носило? Где, черт побери, тебя носило? Ты сама знаешь, я хотел отыскать... Почему ты плачешь? Что? 6 часов! Чего? Тебя не было 6 часов! Ты вышел и просто пропал! Я не пропал, просто пытался избавиться от этих проклятых жучков. Каких жучков? О чем ты? Ты оставил меня одну, и какой-то псих проколол нам шины. Ты это серьезно? Я вызвал шерифа, когда мы стояли снаружи. Тот парень вломился в твой кабинет. Блять. Что-то в телеграмме. Этот сукин сын забрал телеграммы. Ой. Шериф заметил разбитое окно. И как только мы зашли в дом... Погодите-ка, кто тебе разрешал пускать незнакомцев? Они ведь рылись в моих вещах. Он шериф, а не незнакомец. К тому же... Тоже мне шериф. Ты не представляешь, насколько изобретательные люди, пытающиеся до меня добраться. Могут представиться кем угодно. Как ты не понимаешь, от того, чем я занимаюсь, зависит судьба миллионов. Ты меня совсем за дуру держишь? Я позвала на помощь, потому что кто-то нас преследует. К тому же этот парень не мог далеко уйти, за ним погнался шериф. Не веди себя как урод. Это мне грозила опасность. Мне, а не твоим безымянным миллионам. Эгоистичный ты, сука. Блять, ну и бардак. Надеюсь, он оставил следы. Нужно осмотреться. Ну давай, осматривай, что теперь делать-то. Да что ты убираешь постоянно, дурак? Нужно тщательно обыскать кабинет. Здорово, блядь. Чё его обыскивать-то? Где он? Чё его обыскивать? Вот мужик, он подошел вот сюда. Чё-то потрогал здесь. Ну какие следы? Вот он стоит, ёлки-палки. Мать, ты что-нибудь знаешь, нет? Не знает ничего, блядь. Ничего она не знает. Да. Открой дверь. А, это ерунда все, это бесполезно. Опа, бумажечка. А, сообщение с предупреждением. Записка с изображением воробья. Думает, ласточка вообще, по-моему, нет. Какой воробей, блядь. А, думаю, кто-то хотел, чтобы я ее нашел, но зачем? Давай прочитаем. Там написано Watch out. А, берегись ласточек. Воробей, блядь. Сам ты воробей, нахуй. Вращать. И как это понимать? Я вообще знать не могу, как это понимать. Вот шкатулка. Вот шкатулка, может быть, что в шкатулке лежит, нет? Мужик вот этот что потрогал здесь? Ничего здесь даже трогать нечего. Ну, серьезно же. Какие-то ласточек беречься. Чех беречься-то? Они что, меня съедят или что? Так, это ерунда, все, это мне не нужно. А, пойдем с тобой. А, во. Блять.
Чтобы изучить деятельность известных мировых криптоаналитиков, необходимо сначала самим разобраться в основах дешифрования. Сумейте расшифровать все спрятанные здесь имена? Числа соответствуют отдельным людям. Используйте диск Цезаря, чтобы познакомиться с великими умами криптографии, которые нередко меняли ход истории. Готов принять вызов? Там у меня есть варианты, нет? Ебучий случай, ну нет, серьезно, ты хочешь сказать, что я должен... Блин, а мышку можно мне как-нибудь? Нет, пожалуйста. Че, я должен пальцами водить, что ли? Так, ну этот идет, и N равно R. Где тут N-то, блядь? Какой N? Здесь нет N. Идет. Профессионал или нет, он должен был оставить какие-то следы в офисе. Пиздец, нет, я это трогать не хочу. Пусть пока что полежит. Конфиденциальное. Я пока не разобрался, как работает эта сраная загадка, пока подождем. Какие-то улики он, говорит, оставил. Да знает, оставил он улики или нет. Ему оно надо было. Женщина! Хер ты здесь уселась? Опа! Думаю, я могу отыскать его. Конечно, можешь. А этот дурачок не знает, что здесь, типа, окно-то открывается, не? Зачем он разбил? Осмотреть местность рядом с домом. Что бы ни случилось, не выходи из дома и никого не впускай, пока я не вернусь. Опять оставляешь меня одну? Сдурел? Этим уже занялся шериф, успокойся. Шериф не представляет, с чем имеет дело. Если он вообще тот, за кого себя выдает, он ничем не поможет. Не будь параноиком, полиция на нашей стороне. На нашей стороне нет никого, Эмма, никого. Дур ты, блядь, Эмма, вот чё ты. Нет смысла оставаться здесь, нужно добраться до него, пока он не исчез с радара. Снаружи обнаружится еще сигнал, пройти по коровому следу. Главное не потерять след, но невооруженным взглядом я ничего не увижу, от локатора уже может помочь. Ну давай локатор включаем. Шериф, похоже, отправился к мосту, стоит начать поиски оттуда. Я понимаю, конечно, что могу показаться каким-то, как сказать, банальным, но мне кажется, это вообще реально не твое дело. Куда ты нахуй идешь вообще? Ты дурак, что ли, совсем? Ну или чё? Чё вот? След. По крайней мере, я знаю, в какую сторону он пошел. Шериф наверняка где-то неподалеку. Посмотрю, рядом с мостом. Ну, а где? Не, погоди. Кажется, я на верном пути. Это хорошо, ты большой молодец, что ты на верном пути. Что теперь делать? Так, он пошел. Пусть идет. Вон в ту сторону. Я надеюсь, что мне будет хорошо слышно, потому что у меня бывает такое, что я потом слушаю звук на записи, и там, блядь, хер прослышишь. Где громко, где тихо, где еще как-то. Так, не через речку что ли идти? Блядь, здесь не перейдешь. Сигнал становится сильнее, я подхожу все ближе. Логично, я же, блядь, иду по сигналу. Дурак ты или нет, в конце концов. Он залез на мост, поднялся наверх и перерезал веревку. Может, я найду обход? Слушай, не хочу показаться банальным, но мне кажется, ты найдешь обход, потому что здесь рядом есть дорога. О! Годы на каменоломне не прошли даром. Пойдем. Беги давай. Так, тут тоже все оборвали. Обогнули, об этого самого. И получилось, что вот так, да. Теперь не пройдешь. Не пройдешь. А, ну все, получается, мне надо вон ту сторону. Да, он туда побежал. Что я бегаю здесь, бегаю, блядь, ничего полезного не найду. Меня, самое главное, преследуют. Но получается, что по ходу игры преследую постоянно я всех. Ты понимаешь, Дэвид, насколько бы не было глупо. Дэвид, Эмма, я и мои родители, еще ребята из транспортной компании. Кто-нибудь еще знает, где мы находимся?
Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. И снова я вырезаю. Твою мать, почему я никак что-то там не могу, это самое? Я отходил, потому что мне показалось, что опять у меня кто-то ходит. Потом параноик сам стал параноиком, понимаешь? С такими игрушками, блядь, не только параноиком станешь. Пойдем. Пи-пи-пи-пи. Вот опять вот. Это ощущение такое. Еще у меня очень жарко в комнате, представляешь? Очень жарко. У меня вчера было 34 градуса в комнате. Это пиздец. Это я чуть не сдох здесь. Кстати, в связи с этим еще немного видео редко выходит, поэтому нужно просто потерпеть до зимы. Зимы их будет побольше. Ой, смотри-ка, разноцветные провода. Это загадка какая-то? Еще что-то надо будет делать сейчас? Ой. И... Черт, это электрический забор. Нужно придумать, как включить ток, иначе я не доберусь до этого говнюка. Тут наверняка рубильник есть, блядь. Чтобы отключать? Не? Ну вот оно, щиток. Надо взять щиток и выключить там автоматы. Делов-то, блядь. Гений, блядь. О-о-о, блядь. Сначала нужно отрубить электричество. А как я должен отрубить электричество, если... Кстати, провода-то одного нет. Это что за двухадство? Куда ведут эти провода? В ебеня какие-то ведут эти провода? Ух, ёпсель-мопсель. Ну, откройся ты. Один готов, осталось разобраться с остальными. Серьезно, мне по всем надо пробежаться. Это настолько интересное задание, что просто обосраться. Ну, серьезно. Кто их придумал вообще? Просто перерезать своим этим каким-нибудь киркой той же самой, лупануть по проводу. Не судьба. Или они все внезапно под напряжением? По-моему, они сигнальные все же. Как ты предлагаешь мне забраться наверх? Как? Вот как им кверху? Вот так вот надо забираться наверх. Не, наверняка здесь есть еще какой-то путь. А я, как всегда, просто пытаюсь через жопу все сделать. Ну да, я же говорю, тут дорога есть. Блять, упал. Но это нехорошо, нехорошо, конечно. Так, ладно, не торопимся. Оп. Так, а что это? Что она желтенькая такая? Второй готов, остался последний. Ёпсель-мопсель, остался последний. Бежим обратно. Ну сейчас мне пиздюлей дадут. По-любому тебе говорю. Вот что должно произойти. Просто так не дадут мне отключить провода. Ну серьезно. Все это было бы слишком просто. Просто взять и пробежать и отключить все провода. Как-то это все неправильно, мне кажется. Сейчас я увижу какого-нибудь, не знаю, то ли флешбэк какой-нибудь словлю, то ли еще что-нибудь, то ли мужика увижу, то ли еще кого-нибудь увижу. Ломай давай, у меня уже стол закончился. Смотри, я бегаю прямой наводкой, и это должно немножечко напрягать игру. По моему мнению. И она должна мне выставлять какие-то препятствия все же, чтобы я таким не занимался. Вот и все, теперь меня не убьет током. Тебя и так бы не убило, бляха, муха. Дурил ты картонный, выходи. Ой! Разбился. Ой! Еще раз разбился. Хорошо, что здесь нет здоровья. Падай, не хочу. А там сейчас кого-нибудь увижу. Никого вроде бы в округе нет. Обрубить электричество. Так я провода уже отключил. Главный. Хера мне еще что-то отключать. Что-то какой-то глупый забор.
Серьезно, это замок получается, пройти по кровавому следу. Получается, замок был электрическим, а не забор электрическим был. Ну потому что, типа, открывай не хочу. Кровавый след, почему он в той стороне, не понимаю. Блять, так медленно приближается, что... Что, скорее всего, мне нужно было идти все-таки по дороге. Еще темно так, мне не нравится вот это вот освещение в игре, оно очень мрачное. Я, конечно, понимаю, что мы играем в хоррор, но все же хоррор-то больше, как сказать, тут расследование больше, чем хоррор. То есть мы с тобой следователем работаем, можно так назвать нас. А хоррора здесь малая часть. В хоррор у меня сейчас особо нет желания играть в такие прям со скримерами, блядь, с орами, криками. То есть я... Пока поберегу свою психику и отложу их на потом. Хотелось у меня недавно совсем, было такое желание, думаю, бля, сейчас как скачаю, как запишу страшный хоррор, а потом думаю, ну нахуй, жить все-таки хочется. Он был в здании, но дверь заперта, пойду за ним дальше. Куда дальше-то? Он был в здании, дверь заперта. Как я дальше-то пойду, если дверь закрыта? Ты что, дурак? Ты что, дурак? В здание пойти нужно или куда? Ну, видимо, в здание. Блин, тут тоже здание, тут тоже закрыто. А куда же надо идти-то? А-а-а. Мне тут показано, куда надо идти. О, блядь, надо куда-то вон туда. Вообще не ясно. Я заблудился, да? Нет? Сигнал исходит из башни. Это очень хорошо, что, блин, сигнал исходит из башни. Сейчас мы поднимемся на башню и... узнаем. Чё ж там, кто там сигнал такие подает? Скворечник. Здорово, чирик-чирик. Написано было, берегись ласточек, значит. Черт, не то чтобы я боюсь высоту, но тут нужно быть осторожным. Я с тобой согласен. Беречься нужно ласточек. Ласточки это зло. Они здесь наверняка на такой высоте летают. Пи-пи-пи-пи. А, вот он. Обнаружена аномалия. И чё? Что, теперь надо стрелять по ней? Пиу! Промазал? Попал, конечно же, ёлки-палки. А, прирожденный снайпер просто. Пау! Еще одного сломал. Ну, где-то он вон там сидит. Да, вон налетает. Плёха-муха. Пиу! Пуф! Сломал. Отлично. Здорово. Дядь. А, дядь, ты где? Я был прав, его здесь нет. Нужно осмотреться. Кажется, он что-то здесь прятал. Дай-ка угадаю, что он мог здесь спрятать. Это закрыто, это закрыто. Записочки. Тоже такая же хренота, как у меня. Хотя нет, отпечатная машинка. Чё он здесь прятал? И где? Пройди по кровавому следу. То есть я хожу по кровавым следам. Записки, всякая хрень. Спички не бросай. Не кури. И все дела. Так, и чё? Здорово. Что это такое? Еще один жучок, кстати, да, здорово. Отлично. Сломал. Так, ключик. Надеюсь, я смогу открыть им дверь того коттеджа. Я тоже так надеюсь. Изучить территорию вокруг коттеджа. Сейчас меня там поймают и съедят. Ну не может же быть так просто все.
напряженная очень атмосфера, хотя ты, может быть, смотришь, и тебе не напряженно. Вот мне напряженно, хотя бы из-за того, что здесь неясность какая-то. Какая-то загадка есть. И музыка эта, которая, типа, такая прям нагнетающая. Что нагнетает, её поймет. Нужно выяснить, как открыть этот сраный подвал. Руками, блядь, как его открыть? Так, я просто ворвусь внутрь и устрою парню трёпку, пока он будет. Надеюсь, его английский лучше, чем мой русский. А никого не напряжет, что ты просто вот сейчас стучишься в дверь? И ты уверен, что здесь кто-то вообще есть? Ублюдки, они знают о нас все, блять, они следят за каждым нашим движением. Даже здесь, где мы должны были полностью исчезнуть с радаров. Ну да, мне есть такое. О, плюс 3, минус 1. Чего? И чё? И как я должен это понять? А, нужно на этот самый. Ага. На плакат, на доску, на вот эту белую, надо навестись. И включить. Включить. Ну и чё? А, сюда надо кассету вставить еще. Потеряно. Что-то я не уверен. Он не говорил про копии. Надо было думать об этом и раньше. Он уже знает больше, чем нам хотелось. Куратор обеспокоен. Нам предстоит серьезный разговор. Кто за всем этим стоит? Когда это началось? Если они меня раскрыли, то почему они не украли телеграммы раньше? И не убили тебя, например? У меня тоже такой же вопрос. Нож вот есть. Почему тебя не убить? Загадочка, блядь, загадочка. Так. Когда мы приехали, они уже... Он уже дожидался нас. Все трое? Эта мразь знает... А, написано что-то. Все трое на месте. Все трое, там мразь знает о нашем нерожденном ребенке. Ну, видимо, да. Может, он машину тоже посчитал. Адам проснулся в 5:21, хотя допоздна не мог заснуть. Эмма встала в 8:40, затем они вместе позавтракали. Когда она спросила, хорошо ли ему спится в новом доме, он солгал, ответив утвердительно. На самом деле он спит по 5-6 часов, иногда меньше. И это не единственное, что он утаивает от своей жены. Хотя Эмма тоже не до конца честна со своим мужем. Оба утверждают, что полностью доверяют друг другу. Но на деле это не так. В наше время никому нельзя доверять, даже самому себе. Блять, ему все о нас известно, он словно спит с нами в одной постели. Кстати, это надо перепроверить. Может быть, он и спит с вами в одной постели. Похоже, этот компьютер управляет дверью в подвал. Но где достать пароль? Где достать пароль? Я откуда знаю? Не-н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 е. Мне надо выйти и пойти просто дальше. Тут есть рычаг. Заебись, конечно, что я что-то сделал. Здесь ничего не найти. Нет, надо найти слайд. На кой я рычаг-то выключил? Свет. Ой! А, они задвигают шторы рычагом. Прикольно, слушай, удобно очень. Надо себе дом так же сделать. Так, здесь шлепки, только больше ничего. Здесь тоже, в принципе, ничего нет. И здесь тоже ничего нет. Угу. Парарарара. Нет, а вот эта дверь не исследована. На что этот задумал этот ублюдок? Читать. А, нашел что-то под половицей, когда заносил коробки на чердак. Его маленькая находка гораздо важнее, чем ему могло показаться. Порой мне кажется, словно она чего-то боится, хотя переезд состоялся по ее прихоти. Он виделся с Д, но не подозревает ни о чем. Дэ контактировал с кем-то еще. Ох, без... А, еще, ох, без сомнений могу сказать, мне видно... Мне все видно и все слышно. Да. МДЭ. Че такое, бляха-муха? Дэ, А, МЭ, ДЭ. О, С. О, СИ, Х, П. О.
по... Блять. Он следит за каждым шагом, но чего конкретно он имеет в виду? Почему он постоянно переходит на заглавные буквы? Пока не ясно, но мы сейчас разберемся. Где места, где расположены передатчики, отмечены на карте. Похоже, я нашел их все. Ты такой молодец, конечно. Термохромный пигмент. Как это связано с температурой? Че это такое-то? А сюда нужно что-то положить, скорее всего. У меня просто сейчас в голове немножечко неясная какая-то картина общая. Я не понимаю, что от меня требуется. И не очень хорошо понимаю, что нужно вообще от меня. То есть вот реально. Я пришел в дом к какому-то мужику, который за мной следит. И дальше что? Дальше что? Следит и следит. Хер бы с ним, пусть следит дальше. Нужно просто подождать, когда он придет, и стрельнуть в него. Как бы вопрос-то в чем? У тебя ружья, что ли? Нет, дурилка. Рация, вот поговорить с кем-нибудь, не знаю. Интуиция подсказывает мне, что он пытался передать какую-то информацию, но я не могу поверить... А, не могу понять ни слова. Как мне это расшифровать? А что это за информация-то? Пустой листок бумаги. А его надо положить на... Как его называют? Книга по шифровкам. Некоторые страницы отмечены. Зачитать. Обложки доктора Лоуренса. Так, это все не то. Шифр Цезаря, техника, названная в честь известного римского политика. Энигма, портативная шифровальная машина. Вещество, которое изменяет цвет из-за повышения или понижения температуры. Чего? А можно с собой забрать, нет? Видать, нет. Ладно, пойдем дальше. Может, стоит нажать на эту кнопку? Какую? На какую кнопку надо нажать? А, на вот эту. Ой. Зажглись лампочки. Это хорошо, конечно, лампочки зажглись. Дальше что? На дверь закрыть. Можно, нет? Как жаль, что нет. И здесь что-то искать, скорее всего, потому что здесь не просто так эта лампочка зажжена. Что я могу здесь, блядь, найти с этой лампочкой? А, надо свет убрать. Опа. Так, 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 так. Чё это? D2. Отсюда надо смотреть. D2. 3. Мужик висит. 3, D2. А дальше что? Рука зачем-то. А! А3. Блять, я забуду, мне нужно написать. Так, мне нужен карандаш. Где мой карандаш? Вот мой карандаш. Я не побоюсь им воспользоваться, как говорится. Смотри. Нужно просто взять, подойти сюда, посмотреть. D2. D2. Подхожу к этому глазу. А-3. Не знаю, почему А-3. Куда дальше там идти нужно? Не знаешь? Я тоже не знаю. Ладно, пусть там прожигает. Работает, буквы становятся понятнее.
Эту ёбок думал, что я рассорил нас с Эммой, так как так советы и делают, настраивают друзей и родственников друг против друга. Никому нельзя доверять, верно, но сраным коммунякам верить уж точно не стоит. Он все еще в замешательстве, он не понимает смысла моих действий, не понимает моих мотивов. Он считает, что у меня плохие намерения. Она подумала, что с ним что-то произошло, звала на помощь. И именно в критические моменты раскрыть истинные намерения человека проще всего. Я все вижу и слышу. Ни одна деталь не убежит от моего взора. В холодной войне участвуют не только нации, но и отдельные люди. Нас разделяет железный занавес, но скоро его не станет. Понятно. Так, а что еще нужно-то? Еще глазик будет, нет? Блять, видать, не будет глазиков-то больше. То есть, вот раз. Вот два. И больше ничего, да? А выключить можно вот эту вот канитель? Плюс три только, да, написано? Больше ничего не написано. Бляха-муха. Что мне с этой информацией делать? Подожди, пойдем тогда... в эту комнату смотреть буквы. С1. С1 и... Чё это за звук был? Чё был за звук, блядь? Из подвала кто-то вышел. Смотри, как светло. Сюда заходишь, тут всё темнеет сразу же. Так, ну давай попробуем что-нибудь сделать. Пароль. На горшке сидел король. D2. D2 это не. Не. А3. Д. С1. Ф. И все. Серьезно, бляха-муха? А третью букву мне кто-нибудь расскажет? Ой, четвертую, точнее, мне кто-нибудь расскажет, нет? Что за плюс 3 минус 1-то, я не пойму. F может быть 3 минус 1, 2? F2 может, нет? Подожди, может быть такое, нет? Нет, хуй тут может быть. Ничего тут быть не может. Какая-то ерунда происходит. А-а-а! Вот что это значит, ёлки-палки. Тут если прочитать эти все большие буквы, я что-то просто не с самого начала начал читать. Тут получается А-то большая, вон она написана. А, Д, А. Адам. До. Сих. Пор. Не подозре... Блять, не подозревает. Не. Зна. Ед. Обо. Мне. Адам до сих пор не знает обо мне. Так почему не знает-то? Я знаю, наоборот же. Я... Если бы я не знал, я бы... Я бы тебя не знал. Ладно, пойдем попробуем разгадать загадку с... Херней с этой... С компьютером. Потому что, ну, не просто так она здесь есть. Я понял одно. Что здесь... Первый идет А, А у меня трешечка, то есть А 3, О. А потом Б, Б у меня нет. Но пусть будет, не знаю, Г. Потом что у меня идет? С1. С1 это Д. И Д2 это Б. Блять, скинулся. Ладно, давай решим. А. 3. Это H. H. B пусть четвертая будет. Не знаю почему. E. C1. C1 это N. И D2. D2 это O. Правильно, что ли? Finally. Наконец-то теперь я могу спуститься в подвал. То есть я просто Б, я не знаю, почему решил с четверки начать. Я думал сначала с единицы надо начинать, а потом думал, нет, с четверки. Вдруг, а вдруг это будет правильным решением. Вот это и... Опа, это и вышло правильное решение. Что это такое?
Ерунда какая-то. Короче, нужно смотреть подвал. Давай свет здесь зажгу, ну, открою. Ну, поднимись, пожалуйста. Что такое-то? Чё он не поднимается ставни? Точнее, не открывает ставни. В чем проблема-то? А смотреть, говорит, подвал. Ой, а что там свет? Кровь, что ли? Да, лампочка зажжена. Красота какая. Меня здесь кто-то явно ждет. Кровище, ты сколько откуда? Кого здесь расчленяли? Сколько крови, что здесь произошло? Вот и я тоже о том же. Блять. О, блять! Зарезали, как скотину, твою же мать, не понимаю, кто это мог сотворить и зачем? У меня тоже такой же вопрос. Кто-то идет сзади, по-моему, нет? Не, вроде не идет. И. Он живой! Я наконец добрался до шахты. Он встал. Глава 8. Я наконец добрался до шахты, но что-то спустилось в нее со мной. Что-то нечеловеческое, но я, кажется, оторвался от него по пути. Нужно забыть об этом, мне ведь говорили, что нельзя тратить временные иллюзии. Отец, детектив, шахта. Надеюсь, я здесь найду хоть какие-то ответы. Давай на этом заканчивать, потому что уже почти целый час записываю, но ты-то увидишь минут 40, наверное, может 45, не знаю, там может плюс-минус около того. Глава закончилась, а это значит, что мы с тобой заканчиваем. Спасибо большое за просмотр, ставь комментарии, пиши лайки, обязательно подписывайся на группу ВКонтакте, ссылка на нее указана в описании. Увидимся с тобой в следующей серии, в следующей главе и в других видео. Всем пока!